землю нашу полегли, как и... В канун Великой Победы к монументу «Узел памяти» возложили цветы. В церемонии приняли участие первые лица Магадана и Колымы, а также курсанты Центра «Подвиг» и силовики. «Узел памяти» – мемориал, посвященный героям фронта и тыла. Монумент представляет собой фигуру женщины с ребенком, которая олицетворяет родину-мать. Около нее – солдат-защитник, геолог-первооткрыватель и узник ГУЛАГа. Это скульптура, которая символизирует подвиг солдата в бою и подвиг тружеников тыла, которые делали все для того, чтобы выковать эту тяжелую победу. На наших плакетках выбиты имена магаданцев, которые ушли на фронт из магаданского военкомата. Многие из них вернулись героями Советского Союза, многие остались на полях сражений. Мы будем вечно хранить память тех, кто жил и работал с нами вместе, тех, кто похоронен на Магаданской земле. Продолжили череду праздничных мероприятий в муниципальном центре культуры. Там для зрителей провели концерт «Мы помним, мы гордимся». В холле гостей встретил оркестр духовой и эстрадной музыки, который исполнил военные композиции. К собравшимся обратился губернатор Колымы. В этот день мы чествуем ветеранов. Мы вспоминаем о боли утрат, о той цене, грандиозной цене, страшной цене, которую заплатила наша страна. Наш народ за эту победу. Но это и день славы, это день торжества и справедливости, торжества героизма, воли нашего народа, нашей страны. В концерте приняли участие творческие коллективы города и области, представили вокальные и танцевальные номера, прозвучали композиции «Катюша», «Журавли» и «День Победы».